Все больше сельчан становятся участниками проекта «Бастау бизнес». Это создание семейного бизнеса, открытие своего дела многодетными и малообеспеченными семьями, а также молодыми предпринимателями. О том, как реализуется госпрограмма в районе Байтерек, узнаем в следующем сюжете. О том, как запустить свой бизнес, Мадина Герасимова и ее родители думали долго. Были риски, страхи и сомнения. В прошлом году жительница района Байтерек в рамках «Бастау бизнес» прошла спецкурсы и выиграла грант. Благодаря господдержке Мадина теперь успешный предприниматель. Открыть свой бизнес, стартап, что можно ничего не бояться. Просто нужно подойти с этим с умом, не бояться разговаривать, вот подойти к девочкам от Амикен у нас вот. Они все объяснят, подскажут, помогут, что можно с нуля открыть свой бизнес, работать и не жалеть об этом. Я вот не жалею. Вначале мы боялась, переживала, думала, что у нас не получится, думала, что этот. Но поработав неделю, вторую, третью, я прям стала уверенная в этом. Мама моя переживала, что вдруг не получится. Ну вот мы, как сообща, мама, мой папа, я, и вот мы все вместе с семьей работаем. У нас сейчас вот, единицу создали, одну трудовую у нас взяли на работу. Одна из тех, кто начал свое дело за счет господдержки, Жулдыз Бажикова. Мама троих детей участвовала в конкурсе и выиграла грант. На 583 тысячи тенге приобрела все необходимые инструменты и оборудование для наращивания ресниц. Сейчас временно предоставляет свои услуги односельчанкам дома. В планах открыть свой кабинет. В дальнейшем планирую из этого старого дома сделать салон. Отремонтировать как положено и сделать полноценный салон. Ну да, этот кредит мне очень хорошо помог. Грант, да. Считаю, да, то, что он безвозмездный. И тут раз получилось то, что вот меня выбрали, там, считай, сколько людей. И мы вот получили, и сразу же поехали уже брать оборудование себе, инвентарь, все такое. И вот благодаря вот этому сейчас у меня есть. В районе Байтерек активно развивается животноводство. При поддержке государства сельчане увеличивают поголовье скота, открывают свое дело и развивают бизнес. На выигранный грант Амангуль Куанова купила две буренки. Сейчас она поставляет молочную продукцию в магазины и продает соседям. Кроме того, в стойле уже два теленка. У нас было две коровы. Мы посовещались с домочадцами и решили принять участие в программе. Выиграли грант. Теперь у нас 4 коровы и 2 теленка. Из полученного молока делаем сметану, курт, творог. Далее думаем взять кредит на расширение хозяйства. В прошлом году по программе «Бастау бизнес» 161 житель района Байтерек выиграл грант на сумму более 94 миллиона тенге, из которых 19 многодетные семьи, 35 представителей молодого поколения и 3 байтерекца с особыми потребностями. Кредиты уже в этом году через микрофинансовую организацию Акжайк Атамекен получили 12 человек на общую сумму 62,6 миллионов тенге. А гранты в этом году пока получили 4 человек на сумму 3 миллиона на сумму более 3,5 миллиона тенге. В этом году гранты пока приостановили, а снова начнется выдача уже в августе текущего года. Все разработанные бизнес-проекты, которые мы делали для начинающих предпринимателей, в основном предусматривают реализацию в отраслях экономики, которые характерны для села. Торговля, услуги красоты, животноводство. Байтерекцы не боятся браться за свое дело. Только с начала года сельчане выиграли гранты на более чем 3,5 миллиона тенге. Альбина Кумургалиева, Асламбек Саламатов, Алтынбек Абделов, телеканал Акжаик.